Здравствуйте, с вами канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам самые необычные факты о диких утках. Дикие утки – одни из самых распространенных птиц на территории России. Они знакомы каждому жителю нашей страны с детства. Однако это вовсе не означает, что этим пернатым нечем нас удивить. Представляем вам топ-5 самых необычных фактов об этих птицах. Несмотря на короткую шею, у утки больше шейных позвонков, чем у жирафа. Этим птицам жизненно необходимо вращать головой, чтобы чистить перья, поэтому в процессе эволюции шейных позвонков у этих пернатых стало больше, чем у млекопитающих. Для сравнения, у жирафа 7 шейных позвонков, а у утки 16. На утиных лапах нет ни нервов, ни кровеносных сосудов, поэтому утки могут спокойно ходить по снегу и льду и при этом абсолютно не чувствовать холод. Также стоит отметить, что эти птицы имеют короткие, широко расставленные лапы. Для того, чтобы шагать, им приходится переваливаться всем телом. Самая большая высота, на которой было зафиксировано появление утки, почти 9 километров. Большинство костей в теле этих пернатых пустотелые. За счет этого вес уток намного меньше, чем у других птиц. Пустотелые кости облегчают утиный полет и позволяют брать серьезные высоты. А вот нырнуть утка может на глубину в практически 6 метров. Во время линьки утки теряют возможность летать из-за того, что лишаются большинства своих перьев. Правда, со временем, когда перья отрастают, эти птицы снова становятся способными взмывать ввысь. А вот держаться на воде и не тонуть уткам помогает то, что их тело покрыто водонепроницаемыми перьями, под которыми растет толстый слой пуха. Перед тем, как зайти в воду, утка обильно смазывает свои перья маслянистой жидкостью, которую выделяет железа, находящаяся возле хвоста. Эта смазка защищает перья от воды, и они остаются сухими. Утята воспринимают за мать первое существо, которое они видят, вылупившись из яйца. Правда, у некоторых видов уток знакомство с матерью происходит еще до рождения. Например, у крякв самка во время высиживания яиц издает особое кряканье, и утята, находящиеся в яйце, запоминают этот звук. Когда малыши вылупятся, то бегут на голос матери. Дикие утки очень интересные птицы, а самое главное, изучать их просто и приятно. Достаточно посетить близлежащий водоем с этими красавицами и красавцами. О других интересных фактах из мира птиц вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!